I would say fairy tales. Мне кажется, сказки — это коллективная бессознательная семьи. Они всплывают в сознании снова и снова. История, которая переживает века. И для этого аудитории всех возрастов нужно рассказывать об уникальных, универсальных и понятных ситуациях и персонажах. Я работал больше над концепцией, а не над воплощением. Это началось задолго до начала работы, а остальное было отдано на откуп ассистентам. Конечно, можно было снова соединить Золушку с принцем. Это было бы легко. Но основная идея была ввести в фильм две любовные линии. Мы хотели поиграть с ожиданиями зрителей, то есть играя между традиционной сказкой и совершенно новой интерпретацией с каждым героем и в каждой ситуации. Берлин стал предопределять, как мы сделаем эту историю. Сюда было проще привлечь множество аниматоров из разных частей света. В Берлине активная культурная, политическая и финансовая жизнь. И сюда легко привлечь максимум талантливых аниматоров. Я получил грандиозный опыт и провел множество времени в той области, о которой раньше и не подозревал. Рынок очень дружелюбно настроен к фильмам, ориентированным для семейного просмотра. Мы делали множество подобных фильмов. Реакция была фантастической. То есть это очень перспективное направление для домашнего видео. Фильмы для семейного просмотра съедаются с большим аппетитом, и все студии создают множество фильмов этой категории.